Итак, всем привет, с вами игровой канал Максимка. Сегодня у нас будут замесы на ПК. Будем мочить пикаперов. Итак, у нас первая жертва. Вызов принят. Посмотрим. Вроде как 100% соотношение на победу. Так, я возьму триборга. Он тоже какого-то триборга. Блин, я сейчас играю на геймпаде от Xbox One. Я просто не привык на нем играть. Точнее, мне нравится на нем играть на Xbox, на ПК, но я, блин, уже месяца два не пользовался. Как приехал с командировки. Опа, зависло, что все? А нет. Так что сейчас пока будем тупить. Я тут немного заметил, на ПК почему-то как-то играть совсем по-другому, чем на консолях. Почему-то то, что получается всегда на консолях и на ПК, ой, на консолях и на PlayStation, ну вот на PlayStation, на Xbox, не получается здесь. Так, брейкнул. Ну, этот и решил безопасную эту. Прием, как она? 1-1-1-1. А, 1-1-1-2. Три раза 1-2. Так, что-то у нас там какая-то смс-ка прилетела. Так. Так. Я его буду доставать одной и той же фигней, как он достает. Что-то я туплю, надо геймпад будет сейчас поменять после этого боя. Так. Захватик. Ладно, это мы переживем. За Линквей! Так. От этой штуки можно легко уйти. 1-1-1-2, который идет. Дэшем. И наказать его потом за это. Вот, вот от этой штуки. Господи, какой бред. Японский магнитофон, твою же дивизию. Ах, блядь, своим пинком. Идиот, играть не умеет вообще. Я просто охренен такими вот ненормальными. 70 какой-то у него там уровень вроде бы как. А играть вообще просто днище. Не знаю, на какой помойке или, наверное, на каком-то заводе бомжей вас штампуют. Блин. Что-то отвык я конкретно от этого геймпада. Ооо! Во! Вроде что-то начинает получаться. Вот так. Можешь спокойно, смело сваливать. Ненормальный. Triborg wins. Так, что тут у нас? Вот сейчас геймпад поменяю. О, свалил трухло. Ненавижу этих нытиков. Один бой и все, и на лыжи сразу. Я их просто называю. Ну, блин, чмошники, реально. Один бой на лыжи сразу. Так, вступаем в бой. Так, какой-то у нас тут еще один. 5 соотношения, 100%. Я давным-давно не играл на ПК. Снова Триборг. Уже на геймпаде от Xbox. Уже геймпад от Xbox One я уже отключил. Подключил обычный. А на PlayStation 4, DualShock 4. Посмотрим, как будет сейчас на нем у меня. Судя по всему, он либо новичок, либо у него статка слетела. Как я ненавижу их, вот этих вот новичков. Апперкот везде, блядь.
везде может быть этот апперкот. Так, немного по таймингу подтупил. Ах, задал, блядь, своими апперкотами. Вот когда вот эти вот новички делают, вот эти постоянно везде апперкоты, лучше не стоит ходить, понтоваться, делать крутые комбушки. Просто мочить их, и да и все. Потому что иначе тут не прокатит. Потому что везде будет стыкаться апперкот, везде. Вот, пожалуйста. Напрягает меня такие. Файт. Ну вот, пожалуйста, везде апперкот. Они, наверное, в тренировочку такая заходят, апперкоты тренят. Вот, по таймингу опять не успел. Что ты будешь делать, да? Ох, кто бы мне бы купил бы карту видеозахвата, что ли, это было бы вообще просто топ. Так. Тихо. Тихо. Чё ж ты так пинаешься? Апперкот, мать его! Задолбал уже. Или задолбала своими апперкотиками. Ну вот опять, везде апперкот, давай апперкотику. Апперкот, давай. Во. Апперкот, давай. Давай, апперкот. Молодец. Это уже круто. Опять. Но по таймингу не шла, надо в тренировочке посидеть. Почему-то мне кажется, что на PlayStation 4 в Mortal Kombat XL нету ни хера 60 кадров. Почему-то здесь происходит все намного по-другому на ПК, чем на PlayStation. Тут у меня он сейчас тянет в 61 кадр. Уже в планах обновить компьютер постепенно. Ах, японская мать. Обновить компьютер на этот пускай же на полностью на нем играет. А тот новый, который возьму, даже трогать не смеет. Потому что я буду на нем стримить. Так. Апперкот давай. Где ж твой апперкот? Вот он, я его ждал. А ты его поздно запускаешь. Ну, не отказывается. Хорошо. Хотя он новичок, так скучно играть с ним. А мне лишь бы играть. Крутая комба на 16%. Но давай, я тоже апперкотики умею делать, смотри. Давай. Апперкот! Ну зачем там уже один удар, смысл делать?
Вот так. Ну ну зачем ты так делаешь? Апперкот давай. Ах, эти мобские игроки. Ну вот и сбежал. Сбежал так сбежал, ну и хер с ним. Вступаем в бой. А как быстро, а? Вот чё-чё, игроки на ПК, они не трусы. Они не очкуют. Соглашаются. А на PlayStation, на Xbox они все отказываются вообще. Самый тухлый, самый мертвый онлайн это на Xbox One. Я до сих пор не знаю, зачем я его купил, конечно. Но я там играю в Forza там. Но если реально, там онлайн просто ноль, мертвый. Так, опять очередной новичок. Так, ну, крутую камбушечку ему, на тридцаточку. Куда ты собрался? Вот, сейчас тебя замешим так жестко. О, так. Угу, экзова. Молодец, два бара потратил впустую просто. Захват. So much blind. Жесткая. Апперкот. Вот тебе угловушечка. Почти добил. Вот так. Добей его. Чужой победил. Так. Файт. Ну, дождался апперкотика. Вот тебе комболечка на 33. Давай, сделай что-нибудь такое глупое. Затыкали его. Но жалкое сопротивление. Камбушечку. На кого-то развести на эту штуку хотел. И потерял тридцатку. Но бруталити. Brutality.
Сбежал. Ну и ладно. Мы другого соперника найдем. Кто же мне решил тут милиной меня замышить? А я его чужим замышил. Поиск противника, тот же регион. Ищем, ищем, ищем. Ближайшие регионы. Опа! 2356 поражений на 589 побед, 72 левел. Это, походу, самое днищенское днище, которое я видел. Да ты по-любому сейчас свалишь, я думаю. Ну, у него есть золотой скорпион. Нихера он ему нужен, этот золотой скорпион, если он вообще дно. 2000 с лишним поражений на 580 побед. Японский магнитофон. Как же так можно? Как же так опуститься-то можно? Как так не любить МК, чтобы столько раз просрать? Добиться 72 левела и не уметь играть вообще. Вот ему камбучечку на 30-очку. Ой, я этого ждал так-то, если что. Ой, рискую. Давай, давай. Боже мой, что ты хотел сделать? Я так и не понял. Бредовый чувак. Второй раунд, так, зацепил. По-нубски. Ты что, типа умеешь отменять телепорт, или это ты просто случайно так делаешь? Вау, 5 раз, да ты молодец. Бесконечно ты так не сделаешь, конечно. Тебе камбушечка на 37. Я этого ждал, но апперкота твоего не ожидал. Давай, телепортируйся. Наглухо. Пожалуйста. Это днище конкретно проиграло. Ну реально, как можно так проигрывать? 500 побед всего и 2000 поражений. Если МК это не твое, то лучше в него не играй. Так, матч-реванш, первый раунд. Тяжелый сразу сначала. Ты серьезно? Ай, апперкота этого не ждал. Давай, апперкот. Камбуречку ему на 30-очку в углу. Угу. Ну, апперкот, я вижу, у тебя протренированный, нормально так. Апперкот. Замочили, замочили. Так, матч-реванш, второй раунд. Так. Дурак, этого не больше 2 раз можно сделать. Ты, походу, за 3000-то боев так нихера ничему и не научился. Видимо, крутые скорпионы не попадались. Боже мой. Но не телепорт. Куда ты так лезешь своим телепортом? Телепорт, давай, вот. Блин, их зовут про суку. Что ты пытаешься сделать? Пытался сделать телепорт. Наказали.
Так, у него два поражения уже добавилось к его двум тысячам. А, сменить персонажа. Я сменю персонажа. Чем же тебя замышить-то, а? Так жестко. Скорпион. Давай вот так. Ты все равно играть ни на ком не умеешь, что перебирать-то их? Такида. Сейчас будет очередное жалкое сопротивление Такедой. Как он позорит моих персонажей, а? Да, первый раунд. Оп, оп, оп. Ах, поторопился. Это можно было ожидать, я был далеко, кроме как телепортом туда не добраться. Вот так. Практически сухую. Мне чепурон сделал. Так, 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 без единого бара на 35-36. Вот да, ты собрался. Это было прям предсказуемо. Заплакали, свалили. Свалил, свалил, свалил. Да уж. Так, запись у меня немножечко прервалась. Я сейчас новая запись, зашел у нас какой-то парень. Я возьму Такеду. Кнутобой. Я давно на нем не играл, кстати. Predator. Хишкутен. Да, японский магнитофон. Вообще не люблю этих хишкутенов. Подтупливаю, сложно к нему подойти мне почему-то. Ой. Хишкутен. Угу. Первый раунд. Так. Так. Ага, бара у тебя больше нету, так что смысл это сделать. Так, началась мамкина ночь, конечно. Камбушечку на 33. Но. Вот, начинается, блядь. Ну, вроде что-то напрыгал. Как я мог это схавать? Но второй раз-то я это не схаваю, ты что? А как он наглый. Началось, пиф-паф, блин. Угу.
О. Пиздец. Финальный раунд. Файт. Ой, пиф-паф началось. Но, блин, если я сейчас проиграю, возьму другого перса, у тебя нет шансов просто. Судя по тому, что ты не умеешь делать ни за него комбо, ты просто ноль. Пиф-паф, стреляем, 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 кидаем, стреляем, давай. Пиф-паф, пиф-паф, пиф-паф. Стреляем, стреляем, много раз стреляем, всегда стреляем, постоянно стреляем. Мы в Call of Duty любим играть, вот мы и так много стреляем за хищника. Тактика у нас такая. Много стрелять надо. Ладно, возьму другого соперника. Сейчас я пущу тебе кровь за такую игру. Рейден, ну давай. Кого же мне взять? Не, давай. Джесси Кейдж. Сейчас-то будет больно. Она крутая так-то, если чё. О, Такеда. Да ну, хер поверю, что ты умеешь им играть. Да и 200%, что ты на нем полное дно. Так что давай смотри. Какие-то напрыжки были, прыжки, прыжка, напрыжка. Куда ты собрался, малой? Так. У тебя Сирярю, там же можно комбить, ё-моё. Так. Угу. Так. Случайно брейкнул, вообще случайно. Вот так. Сколько можно прыгать и репортироваться, ё-моё. Так. Я говорю, жалко сопротивление. Скаун не умеет за него играть. Это было уже видно. Ну давай. Давай. Долго я тебя тут ждать буду. Это надо брейкать. Это надо брейкать. Это надо брейкать. Ну вот, пожалел бары, и с ними же и сдох. Ага. 33 без одного бара сделал. Можно было 40 сделать. Но я ошибка что-то не делаю, потому что я боюсь дробнуть. Надо точить ее потом в тренировочке. Ту камбулю без бара на 40. Матч реванш, первый раунд. Так, апперкотик получил в догоночку. Но можно было бы что-нибудь сделать. Давай. Это безопасная серия. Куда ты там лезешь? Так, 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 так. Опять он бары у нас не жалеет. Ой, жалеет бары. Ну, жалеет, так с ними не подохнешь. Апперкотика тебе в догоночку. Либо на X-Ray копит, либо чё. Походу X-Ray, скорее всего. Так, догоночку тебе черкача. Так, он. Да. Так, черкача.
Ах, не добежал. Вот он, X-Ray, точно, как я и говорил. Дин-дон, по кокушкам, дин-дон. Кэсси wins. Кэсси побеждает. Дин-дон. Так. Рейден. Ну давай, я тоже Рейден, будущее. Все дела. Жалкое сопротивление, я их называю. Первый раунд. Ох ты, юнишка-то. Так. Эй, как вы любите эту штуку делать? Ах, зря ты так делаешь. Ах, это мы накажем. Зачем экзолы, когда можно обычным пролететь? Я же раскрытый был. А, перкот, тики, давай, перкот. Как я люблю перкотики, очень люблю. Просто не представляю, как я без них могу жить, а без перкотиков. Давай, делай что-нибудь плохое. Перкот, ура, перкотик. Что-то натыкал, напыкал. Табокака. Второй раунд. Давай. Ну. Перкотиком наказал, можно было так и херово наказать, а он меня перкотиком наказал. Это боль, это боль. 31, давай, да. Ага. Прикольно. Сломал мне позвоночник, а я еще после этого встал дальше, говорит, прикольно. Да, это же игра, в реальной этой жизни уже бы не встал просто. Угу. А тебе за такую тупую игру. Немножко потроллил. Рейден wins. Кем же тебя помашить-то сейчас немножко-то, а? А что уже ни на ком играть не охота? Джонни Кейдж, давай! Давай, Джонни Кейдж, это круто, да? Джонни Кейдж. Угу. Не, говорит, ты не кинозвезда. Call me, call me. Готовься к смерти, воин. Так. Так. Вот я ему делаю коту камбучку. Дроп. Так.
Ах, как это больно! Я понимаю тебя, мужик. Кулачки. Умел бы ты что-нибудь делать с этими кулачками. Вот это боль. Как там ревет угарно. От боли. На 34 в углу ему. Ну что-то я ж хотел отменить, у меня теперь стамины нету. Жалкое сопротивление. На тебе крутую бруталочку. Oh no, I didn't. Johnny Cage wins. Johnny Cage побеждает. Ну все, можешь сваливать, ты уже проиграл, так ничего так. Вот, молодец, не подводишь. Жалкое сопротивление, блин. Ну а чё? Вот. Вызов принят. Новая жертва. Кенши. Кенши. Sub-Zero. Кенши против моего Sub-Zero Криомансера. Вроде как было соотношение опять 100. Ну ничего. Мы это переживем. Угу. Блин, еще отвлекает меня тут, звонят, блин. Ладно. Сейчас походу осолю этот раунд. Тоже апперкоты тренировал. Тренит апперкоты. Но если я проиграю эти все раунды, я тебе покажу, где раки зимой. Боже мой, что-то намешал. Ну он хоть что-то вроде пытается комбить. Так, комбулечку ему в углу. Так, тридцаточку. Ой. Вроде что-то похоже на комбу. Вот так. Final round, fight. Это больно. Да, парень, куда ты так полез? Вот. А то в первом раунде меня аж напугал, да меня еще там отвлекали, блин. Первый раунд, матч-реванш, давай. Брейкать умеешь, молодец. Моя любимая камбулечка в углу добилила сверху. Все?
Три удара, 19% углу. А, он чисто угловой персонаж Саб-Зиро. Чё ты так много баров тратишь, а? И вдогонку молотом. Ах ты, подождал. Еще и захватит. Ну ты молодец. Это можно было очень хорошо наказать. Какой нахер захват? Так. Углушишь камбушечку, которая заводит в угол. А в углу делай, что хочешь. Нахера ты дважды это делаешь? Зачем? Бруталочку, удогоночку. Саб-Зиро победил. Еще один с золотым скорпионом. Жалкое сопротивление. Да выбери ты что-нибудь уже. Ах, не дотерпел. Вот так, это было более-менее круто. Давай, мистер, жалкое сопротивление. Это безопасно, безопасно. Вот она тебе, крутая камбушечка с бруталочкой на 32. Китана побеждает. Немного помейнили Китаной. Китана сила. Файт. Блин, как я мог такое пропустить? Да и 100%, что он это случайно сделал. Не дотерпел.
Прикольно. Еще не отучился комбу делать спецприемы. Как это банально. Экзовым. С армором. Там армор-то у него слабенький, вроде бы на один удар, что ли. Ой, на два удара все. На, что-то откат комбана 23. Да, X-ray. Я его не ожидал. Капец, как он делает спецприем. Ох, зря ты это пропустил. Блин, а я зря это дробнул. Другого персонажа я тоже буду выбирать. Давай, я тоже хорошо играю на кунлао. Чё от золотого скорпиона не взять? Надо взять вот такую тупорылую вот эту хрень. Чтоб меня побесить. Наказали его, Винс жестко так наказал. Финальный раунд, ой, точнее, матч-реванш. Нехилую такую комбушечку пропустил. Правильно, это надо было дропать, потому что... Точнее, брейкать, потому что это... Ты бы сейчас так... ХП бы потерял просто, ну, просто жестко.
Угу. Просто бы на 45% бы ХП решился бы в углу, если бы он бы не брейкнул. Тоже хорошенькая комба, опять ее дробнул. Ну и ладно. Точнее, брейкнул, что-то я заговариваюсь. Тоже хорошо тренил апперкоты, молодец. Топовый апперкот, это сейчас нам очень нужно. Ну, походу, тебе хана. Это боль. Бруталити. Кэнши. Ну да, я тоже Кэнши. Посмотрим, чей Кэнши кого откиншит. Первый раунд. Ну давай. Сразу с их зовой. Ты молодец. Так, зря ты это пропустил, это тоже больно. Все, раунд за мной, мой Кэнши крут. Везде этого демона пихает. Да что ты будешь делать? Почему я всегда поздно? You show little promise. Final round. Fight. Мой Кэнши все равно крут. Зря мы это пропускаем. Я знал, что ты так сделаешь, замотал эту херню. Меня бесит твой Кэнши, так что держи свой. Заслуженную фаталочку. Можешь спокойно сваливать. И какой там, кстати, счет? Я что-то не посмотрел. 7-0. Отлично.
Ваш противник покинул игру. Ну и бог с ним. Вступаем в бой. Давай, соглашайся. Во. Горо. Ну что, кого же мы возьмем? Вот так будет интересно. Я думаю, ты меня не вывезешь. Раунд 1. Файт! Так, зря ты это пропустил. А зря я это дробнул. Не подходи ко мне, говнюк. Куда ты там собрался? Наказали, наказали. Можешь быть свободен. Угу. Наш противник покинул игру. Он бедняга. Ну и хер с тобой. Вступаем в бой. Хер с тобой, вступаем в бой. 29%. Давай рискнем. 65-й левел. 166 пинга. Скорпион. Адское пламя против моей китаны. Низкий вам поклон. Давай, один бой-то хоть вывезешь, нет? Все-таки очень мало процентов у меня против тебя было. А ты еще и пингуешь жестко. 195, ну еще пока играбельно. Вот на Xbox, вот играю на Xbox One, там почему-то пинга идет за 300, я этого в игре даже не чувствую. Так, вроде что-то пошло похоже на комбу, давай. Да, будем играть грязно. Мне же мало против тебя процентов на победу. Брейкать умеешь? Уже что-то есть, ага. Ола! Не, это мы видели. Ничего нового мы там не увидим. Вот так. Опа! И в нокауте. Это надо брейкать, но он этого не делает. А, сейчас брейкнул, молодец. Вот я от этого хотел сделать, я вот не знаю. А-а-а-а.
Ты типа хотел сделать отмену, а она не получилась. Держи мою крутую бруталочку. Еще один раунд, ну давай еще раунд попробую вывести. Походу крут. Угу, молодец. А, да, сопротивление, да-да. Так. Брейкнул, ладно, мы это переживем. Стамины не было, так-то бы можно было продолжать. Да. Не соответствуешь ты своим параметрам, что у меня 20% против тебя. Это все. Все, на что он смог дотянуть. Ну и хер с тобой, ну и хер с тобой. Вот так. Мы другого найдем. Еще один бой. И надо заканчивать. 60% против него. Ладно. Значит, 40%-то все-таки есть за то, что он меня победит. Да, пока сильные игроки мне сегодня не попадались. Тремор. Интересно. Китана. Насколько ж тебя хватит? Давай прям в начале раунда делай куталить. Так интересно. Без единого удара победить в чистую. Раунд 1. Файт. Угу. Давай, недолго осталось. Все. Да хер поверю, что это произошло случайно. Вышел. Ну и все, на этом и заканчиваю. Всем пока, до скорых встреч. Увидимся на ПК.